Друзья, всем привет! Вы много мне пишете. Ничего не хочу пока комментировать. Сам не знаю, к чему мы придем. Вот. Но, наверное, когда мое состояние будет устойчивым, я вам обязательно обо всем расскажу, что случилось и как произошло. Но это жизнь. Короче, приехала я домой из города только что. Прихожу, у нас гость. А знаете, кто у нас в гостях? Грустный такой. Короче, бухает. А все знаете почему? Короче, он, по-моему, расстается с Настей. Настя, короче, хочет подать на развод. И он решил бухнуть. Не спасение. Кристина ему сказала, не спасение. Я сказала, давай бухать.